ебанутый кабель. Кабель — это же не труба железобетонная, которая должна стоять ровно, как стрела. Кабель можно как угодно. Эти проколы делаются, ну, различные. Вот сейчас уперлись в то, что люди хотят прорезать, это уже прорезать. Это все вскрыть. Вот. И неизвестно, понятно, как это все будет потом происходить. Может, они дальше прорежут, вскроют, гильзу бросят, как угодно. Ну, то есть, нет, я еще не закончил, подождите, извините. Поэтому есть масса технических моментов, как это все можно решить. Выше, ниже, в сторону. То есть это прокол. Для проекта не принципиально, где он будет проходить. А еще раз повторюсь, тут прокол — это кабель, а не 240-й, это 25. Вот. В договоре в этом проекте нету согласовано ни с одной службой, с городом, нету согласовано то, что это будет вскрытие. Согласование на вскрытие нет. Вот. Вот и все. До этого момента я обращался в инспекцию, никто сюда не выходил. Покрытие режут, говорят, что есть дозвел. В дозвеле такого ничего нема подобного. То есть я брал несколько раз эти дозвола, в дозволе четко пишется, какой объем работы и где будут копать. Все, и они очень тщательно пишут в инспекции по контролю за благоустройством. Вот документы, можете смотреть, проверять. Вот как то есть все, претензия изложена. Ну это мне лишь бы не скрывали, чтобы, да, не лишь бы, чтобы вы сделали по проекту. У нас есть согласованный проект. Ну это рабочая часть, ну на объекте, со всеми живыми печатями. Проект согласован с коммунальными службами города. Есть ордер на земляные работы, то есть, который, как говорит вот тут истец, есть у нас дозвел комиссии по контролю за благоустроем на этот объект. То есть мы прокладываем за внешним электропостачанием на стройплощадку Шевченко 73А на объект благоустроя грунтного покрытия газону та асфальтобетонное покрытие дворовых проездов. Действительно, то есть проход проезжей части улицы Коцюбинского комиссия по контролю за благоустроем, ну, предусмотрела пройти закрытым способом. Что из себя представляет прокол? То есть закрытым способом мы не видим ни то, что есть под дорогой, ни то, каким образом идет снаряд, прокалывающий снаряд. В простонародье называется крон. Представители всех коммунальных служб, как то Полтавагаз, Телеком, Водоканал, были вызваны. То есть, если можно, поснимайте, то есть, ну, чтоб все видели. В этой точке мы проходим, то есть, ну, естественно, проектом предусмотрена прокладка кабельной линии по площадке, ну, то есть, представителя вот этого. Ну, даже не обращались к нему, решили изменить трассу, обойти площадку. Ну, мы же нормальные люди, мы же не будем, ну, там у него заасфальтировано, ну, зачем? То есть, мы проходим вот, примерно вот в этой точке. Коммуникация, которая брошенная, которая оказалась, ну, вот именно в этом месте, она не нанесена. Никто из представителей о ней не знал. То есть, ну, она лежит тут с 40-х, там, 50-х годов, неважно. Получилась какая ситуация? Прокалывающее устройство не дошло 1,20 м до края проезжей части, наткнулось на трубу. Вот ведь вот эта ржавая труба, вот она, вот здесь вот, то есть, ну как бы, вот она идет по диагонали. То есть это чей-то брошенный там канализационный коллектор, я не знаю, что это такое. Ну то есть крот у нас уперся. А вам вот надо еще глубже. Не, сейчас, секундочку. Крот у нас уперся вот, ну вот, вот где-то вот, вот где-то в этой точке. Его извлекли, то есть он уперся в трубу, его оттуда извлекли. В этом приямке по этой трассе у нас прокладывается две нитки кабеля. Ну, то есть, в другой категории надежности электроснабжения, то есть на желтом предусмотрена прокладка двух ниток кабеля. Нам нужно сделать второй прокол. Логичнее, ну, то есть, как бы... Ну, скажите, по проекту у вас предусмотрена вот эта труба? Нет, конечно, ее нет. Ну, то есть, вот я показываю. А вы устанавливали, что это за труба вообще? Эта труба, эта коммуникация брошенная, поскольку никто из представителей, ни Телеком, ни Водоканал, ни Водоканал, ни канализация, ни Полтавагаз. То есть, как бы, у них на съемке этой трубы нет. То есть, она просто брошена. Вот такое бывает, да. То есть, это брошенная коммуникация. Один вопрос. Вот да. Вырывается асфальт. Кто будет заниматься тем, что его положено побрать? Согласно, опять же, согласно разрешению благоустройства, эти обязанности ложатся на нас.
то есть до 17 июня, ну, а на самом деле и раньше, я могу гарантировать полное восстановление благоустройства в присутствии инспектора по контролю за благоустройством. Естественно, то есть и в течение 2 лет, и то есть мы должны это сделать один раз так, чтобы в течение 2 лет к нам вопросов никаких не было. Но если асфальт, ну, то есть проложен как бы с соблюдением всех норм правил, то есть объясняю. Засыпаем песком, проливаем, трамбуем, делаем основу из щебня, прокладываем дорожный слой 12 сантиметров, значит, проложим 12 сантиметров асфальта. Если это все не сядет после первого дождя или в течение там месяца, да, то оно будет стоять вечно. Асфальт вокруг высыпется, ну, то есть это будет ладка качественная, с провасы просмоленными. 18, конечно. 18, да, у вас должно быть это все закончено. Все должно быть закончено, да. То есть здесь получилась, ну, ситуация аварийная, скажем так. Мы и рады бы, и оно нам... Ну не надо, это лишние затраты, это лишние нервы. Ну то есть, но объясню, почему мы не можем пойти ниже или выше. Там есть люк, ну то есть вот по краю проезжей части проходит канализационный колектор. Грунт здесь насыпной, то есть песчаный. Грот ведет себя непредсказуемо, то есть он может наткнуться на какой-то камушек, в общем, и уйти, то есть вниз пробить канализационный коллектор, это вообще катастрофа, блин, экологическая, то есть, ну, для города это не нужно. Пойти выше, опять же, из-за насыпного грунта. Грот может, если мы пойдем выше, чем мы идем, грот может выйти вот здесь вот посреди дороги. Такие случаи тоже бывали. То есть, ну, получается, то есть что прямо вот нам нужно конкретно прямо, нам нужно вскрыть вот этот вот участок, да, пройти сюда, заложить гильзу так, как положено, закопать это, и все. И даже, ну, в течение там, ну, я не знаю, там, ну, в течение там 5-8 часов с частичным перекрытием движения. Но, в принципе, все эти работы, ну, то есть в соответствующих органах полиции, в принципе, тоже согласовывались. То есть, ну, как бы так. Объезд здесь есть, вы удостоверились в том, что люди могут... Не будет перекрытия проезжей части, то есть, ну, частичное, вот, до вот этих пор мы ограждаем, ставим конусы, ставим знаки, все. Люди ездят, ну, то есть тут не такое интенсивное движение, как бы, ну, я думаю, что... Ну, конечно, человека, конечно... У человека это все объяснение, если они пойдут выше, вот, даже этой трубы, это метр. Угу. Каким образом у них выскочит этот грот? Возьмите другой. Хорошо, подождите, у вас в проекте заложено. 150. Не берите прокорота, берите другое какое-то там бурение. Каким-то другим техническим образом решаете. Вода, это, в принципе, да, у вас наши, там 10... Но это в любом случае наши трудности, каким образом производить работу. Горизонтально. То есть я здесь вижу, это песок, да? То есть, это как... проходить очень легко. Здесь ни каменных кладок, ничего нет. Вы можете выше пройти. Нет уже выше никакого коллектора, ничего. Коллектор стоит на 7 метрах здесь. Труба 700. Я вам сейчас открою. Поэтому вы удешевляете себе строительство просто, да и все. Мы сейчас поднимаем вопрос стоимости или себестоимости, или чего? Мы поднимаем вопрос то, что у вас оптимально было бы проколоть решение. и не открывать вот это все. То есть оптимальное решение сейчас все-таки вскрыть проезжую часть, проколоть, заложить трубы так, как оно положено, и восстановить это. Это было бы оптимальное, максимально быстрое решение вопроса. Хотя при этом, при всем, дозвел подвигался, посчитаю. Где там нема, ничего уже приблизительно, чтобы вскрытие полотно. Вот. То, что им разрешено, инспекция. Я не знаю, откуда вы это взяли, но когда у вас берешь дозу, вы четко описываете, чуть ли не каждый уровень. А здесь нет. Объяснили особые условия. Так получилось. Уперлись в брошенную коммуникацию, не нанесенную на выход первого. Эту коммуникацию можно выйти выше, ниже. Она всего труба 200. Это не есть проблема. Проблема может быть крота, что он туда не попадет. Это другая история. Вы проезды ценили за Катюбинского. На данный момент вот что это полотно. Того, чтобы подковаться, у вас, понимаете, нет здесь указано по поводу проезжей части, а человек конкретно, вот есть конкретная претензия по поводу проезжей части. Моя компетенция, вы прекрасно это все знаете. Для того, чтобы, ну, понятно, это... Спасибо. Это есть необходимость, нужно действительно искать
оптимальный вариант, потому что сейчас на данный момент чаша весов с двух сторон. То есть, ну, у меня оправдание, у меня аварийная ситуация, я не могу подумать. Документ не говорит о вашем. То есть у вас конкретно, конкретизуется, подписан, там стоит печать. Да, стоит. Для того, чтобы выйти из ситуации, то есть нужно, ну, скорее всего, опыт инженера по этому поводу. Ну, то есть, смотрите, ну, конкретно, то есть, да, я понимаю, что мы брали ордер на земляные работы, ну, то есть, разрешение, планируя пройти это все закрытым способом. Опять же, объясняю, ну, прокол, вещь серьезная и не всегда получается. Ну, всегда у нас получается, то есть, мы прокалывали Фрунзе, Березово, Роза Люксембург, то есть, ну, как бы, вот здесь, вот дворовой проезд человеку, хотя там могли копать, но мы прокололи. Здесь мы тоже планировали колоть. Я даже больше скажу, для меня значительно дешевле проколоть, чем, ну, иметь вот этот вот весь, извиняюсь за выражение, геморрой с последующим восстановлением. А, то есть, как вариант, подавать мне сейчас документы в благоустрой, объяснять все, ну, то есть, ну, заметят, это естественно, это, ну, это естественно, это логично. А, я даже, ну, больше, чем на 100%. Даже немножко больше, чем на 100% уверен, что, ну, все войдут в эту ситуацию и, ну, ну, как бы, ну, ну, допустим. То есть я потеряю, ну, сколько там, вечер, день, неделю, месяц, я не знаю, сколько я потеряю. Что конкретно изменится для, вот, ну, для человека, который вас вызвал? Ну, то есть, ну, ну, вот что конкретно есть, изменится? Есть еще один такой маленький минус. То есть, ну, смотрите, допустим, удовлетворяться амбиции, ну, на пакость. Дело не в этом. Ну, в принципе, абсолютно не на пакость. Вы выберете вот эту часть. У вас там не указано о том, что вы ее можете вырыть, но и не указано о том, что вы ее обязуетесь вернуть на место все так, как и было. Только потому, что там не указано про проезжую часть. Да, вот это вы обязуетесь сделать. Не вопрос, у вас там все написано, согласно статье, там написано. Я понял, я вас понял. Следующий, то есть, ну, то есть, опять же, страх, опять же, хочу, том, что... хочу сказать свое оправдание. Да. То есть, мы, извините, мы работаем не первый год и, надеюсь, не последний год. Наша работа связана непосредственно с прокладкой. Что я здесь не заасфальтирую, хотя все прекрасно знают, и горосполком знает, что работы производят здесь товариство с обмеженной ответственностью Полтава Профэнерго. Как вы думаете, смогу ли я получить ордер на производство следующих работ, если я здесь возьму и не заасфальтирую? Ну, как бы нам это не известно. Ну, то есть я, ну, вот, уже, ну, алну, если, да, если вот, ну, происходить, мы не знаем. То есть, как бы, логично. Вот я, блин, другую фирму открою, переназовусь как угодно, в горисполком все равно я прихожу. В комиссию по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием города я прихожу, меня знают. Если я чего-то должен, то я должен. Был случай Парижской коммуны, мы ее, ну, то есть, получилось, что не, ну, там не удалось произвести прокол, мы согласовали проход проезжей части так же самым открытым способом. Не было возможности асфальтировать зимний период времени, но не было асфальта. То есть мы ее чуть ли не два раза в месяц ездили, поддерживали в соответствующем состоянии для того, чтобы транспорт ездил без, ну, в принципе, без неудобств. И только начался асфальтировочный сезон, мы все это заасфальтировали, можем поехать. Парижская коммуна и угол. Сколько вам нужно места вот здесь? Вот до этих пор. До вечера. То есть прокалываем, закапываем и все. У вас есть чем оградить, у вас есть... Конечно, конечно, да. Газель с ограждениями, с конусами, со знаками, в принципе, ну, то есть на подъезде. Что скажете? Так будет искать водоканал, то я могу посмотреть. Вы же здесь ездите. Мы от этого устали, я вам честно скажу. Они как бы уже попали, ну, я тут 10 лет. Ну, второй раз уже. Да, мы тут, мы уже до этого всего. Оно падает, если водоканал бросает. Я, может, вам, Руслан, и верю, конечно, вопросов нет. Вот. Но то, что вы сейчас говорите, вы хотите изменить проект на самом деле, как минимум, для начала. Вот. Никаких других способов горизонтального прокола не существует, кроме крота. Никаких. Других способов никаких не существует. Давай, нет, способов-то есть масса. Допустим, водоканаловские, о том, что способ, о котором вы говорите, будут вымывать. Нужна проточная вода, человек встает и высверливает, вымывается. Человек стоит в забродах, вот так вот в воде.
У нас есть здесь возможность выкопать такой котлован? Можно мы, сейчас машина приедет, мы перейдем на другую сторону? Нет, там копается приятно. Сейчас. Ну, то есть только запустить из-под кабеля, то есть аккуратно, ну, придерживаясь всех требований техники безопасности. Дальше, вот сейчас машина пройдет, возвращаемся. Я стою на канализационном коле. Вы слово коллег, понимаете, нам всем придется просто поверить вам на слово для того, что... И изменить тогда проект, поверить вот на слово. Вы выроете, а там зароете вы это, не зароете, сделаете, не сделаете. Ну, опять же, ну, то есть при все предпосылки к тому, чтобы поверить нам есть, мы завезли песок на прокладку, для прокладки кабеля, для обустройства постели при прокладке кабельной линии. То есть мы привезем еще машину и засыпем здесь все песком. Вызовем поливалку, ну, поливочную машину, то есть СДУ, прольем это все. Засыпем слоем щебня с шириной, толщиной, глубиной 30 сантиметров, то есть, ну, для того, чтобы восстановить. Представьтесь, пожалуйста, Павел Вячеславович, вы живете здесь, а? Почему вы вызвали полицию? Что вас обеспокоило? Потому что все ездят по городу и видят вот эти скрытые асфальтные проколы или прорытые. Это все бросается асфальт, потом это проседает. Точно так же самое. Смотрите, то есть... А много на вашей улице таких проблемных мест? Вот давайте посмотрим. Вот водоканал на углу. Это всю зиму проваливалось со страшной силой. С той стороны такие же самые провалы. Кто даст гарантию, что эти провалы не будут такие? Верить на слово? Не вопрос. Но пусть в пусть инспекция, представитель инспекции по благоустрою, вот в документе, там, где говорил офицер, абсолютно правильно отметит. И вы сейчас можете поехать в инспекцию и в этом дописать или делать дописать. Отдельно сделать, не вопрос. Собственноручно написать, поставить, можем. Печать, этого мы не можем. Смотрите, мы можем еще... Потому что на словах все хорошо выглядит, а в реальности, в жизни, он по городу ездит, все просвет. Поехали на розочку съездить. Ну, еще мы отбираем пояснение с вашей стороны по этому поводу, что вы обязуетесь сделать все так, как нужно, то есть да. Буквально переписывая те слова, которые у вас есть в договоре, плюс ко всему, учитывая слово «проезжая часть». И плюс от вас мы берем тоже пояснение о том, что вы как свидетель, то есть вы конкретно видели вот данную ситуацию, и вы слышали о том, что человек говорит, и подтверждал. То есть если вы это решение? Да. Представьтесь, это... пожалуйста. Сторожук Руслан Станиславович, директор ТОВ «Полтава Профэнерго». То есть, теперь что вы обещаете нам? Обещаю золотые горы. Не, на самом деле обещаю восстановить разрушенный элемент благоустройства в полном объеме. Так, как я до этого рассказывал. Засыпать котлован песком, пролить, утрамбовать, сделать щебеночное основание под асфальтировку, заасфальтировать с просмаливанием краев. То есть, какие-то гарантийные обязательства на это покрытие дадите, этого квадратного метра? Я ответственно заявляю, что именно в этом месте асфальт останется, даже когда здесь вокруг все подъезд. Спасибо большое, будем надеяться. Спасибо.